Спросите, что меня волнует, я отвечу, да ничего. Вы спросите, что положил я отвечу, смотря на кого. Вы спросите, чему я рады, я отвечу, да ничему. Вы спросите, где кого я видел, я отвечу, всех вас видел, где не скажу. А как там насчет быта? Я отвечу, а мне все равно. Вы скажете, чем же ты там сытый? Я отвечу, жую ваше говно. И испуг ваш напрасен. Я никак не пойму, чем же я вам опасен. Просто-напросто. Спросите, а как там насчет пользы? Я отвечу, вам болезнен мой крик. Вы скажете, из него же не сшить шубы. Я отвечу, вам на воротник. Вам на воротник. Вам на воротник. Вам на Спасибо! Ну, сейчас надо что-то делать новое. Я очень люблю новое и считаю, что застревать на чем-то, на успехе, как только начинается...
к успеху, ура, все, звезды. Я обычно стараюсь заканчивать. Можно здесь технику новому работу кино? Да, естественно, для меня это новый этап, и интересный очень, и я буду это делать. Сейчас есть интересное предложение, очень странное, на роль Макаренко. Да, я с удовольствием согласился, потому что, мне кажется, но если серьезно, это человек очень интересный, и там речь в двух словах идет о невозможности компромисса. И еще в двух словах о последней кинематографической работе. Последний фильм «Такси блюз». Фильм мне лично очень интересен был. И я видел часть материала. И мне кажется, что это что-то интересное и немножко новое. Я не скажу, что это какая-то прямо новинка. Новое слово в кинематографе. Но какая-то есть попытка личного, индивидуального взгляда режиссера Лунгина Павла на этот мир посредством актеров от нас, в частности меня. Ну, успехов вам всем в новом качестве. Спасибо, спасибо. Мы с вами не прощаемся. Все, будем. Ну, по-другому. Пока. Что я тебе куплю, все будет из бумаги. О, как я тебя хочу в универмаге. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. Что я тебе спою, все будет из резины. Ох, как я тебя люблю у магазина. Все, что ночью нашепчу, все будет из резины. Ох, как я тебя хочу у магазина. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. Сказал, все стало из картона. Я тебя поцеловал, крокодил зеленый. Все, что я в тебя втыкал, все стало вдруг зеленым. Ох, зачем я обнимал куклу из картона? А я так любил бумажные цветы. Я так хотел, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. Давайте присядем. Да, давайте присядем. Я понимаю, что вас уже достали, конечно, с этим вопросом, но достали все-таки... Достали — это что за слово? Есть такое. Вы понимаете, в чем дело? Что я хотел бы вот слова «достали», вот это я не мой лексикон, чтобы
очередной огонек не путал там вот. Хорошо, хорошо, тогда одолели. Тогда одолели. Я понимаю, что вас одолели с этим вопросом, но все-таки что вы собираетесь делать? Я сейчас вот то же самое, что сделал. Одеть пальто обратно. Вы меня попросили снять пальто в кадре, чтобы не прерывалось. Вот, одену пальто и поехал. И потом спать. А на следующий день? Нет, серьезно, если, то у меня, конечно, большие планы. Во-первых, мы сейчас делаем с Алексеем, с моим братом, какую-то новую, но я не знаю, что это будет, музыка это будет или это. Просто будет, я считаю, что время песен кончилось вообще, и это будет не песни, а какие-то шумы, и под этот шум мы что-то будем на сцене делать. Мы хотим сделать какой-то необычный свет такой и какое-то такое представление. Будет называться «С ног на голову». То есть это не... На голову, а не... Только ногами. Это не типа что-нибудь ансамбля Марка не Пекарского? Типа. Нет, это не типа, точно. Нет, я не знаю, я вообще очень люблю, вот, ну, по подходу к тому, что такое музыка, как я ее сейчас понимаю, это близко очень, да. Но, естественно, мы не настолько профессиональные люди, чтобы сделать так здорово, как они. И это не будет, конечно, подражанием. Это мы попытаемся сделать что-то такое, чтобы из зала не кричали там, Петя, пляши, там, что-то такое, чтобы... Не ясно было, кто там, Петя или... А вам не жалко расставаться с рок-лабораторией? Вообще, расставаться, естественно, жалко, но я не расстаюсь. Привет. Я ни с кем не расстаюсь, и ничего особенного не происходит. Просто то, что мы придумали как звуки Му, это кончилось, и надо себе в этом четко отдавать отчет. И заканчивать надо вовремя. Вот и все. А как вы относитесь к своей славе? Слава вообще понятие такое. Что значит слава? Мне сегодня... Я отношусь к своей славе так же, как шофер такси, вот, в котором я сегодня ехал, и он сказал, Мамонов, он говорит, да я думал, ты уж на улице Горького подаркой живешь, а ты все в Чертаново, понимаешь? Вот я считаю, что вот если бы я жил на улице Горького подаркой, я бы был... король, а так я пока еще не очень. А как вы относитесь к тем ребяткам, которые смотрят вот вам в рот, поют все ваши песни? Я, во-первых, не называю ни на кого ребятками и такое пренебрежительное отношение к нашей молодежи я считаю ужасным. Вообще людей надо уважать. И если кто-то любит то, что мы делали, это здорово. Значит, мы делали что-то хорошее, полезное для людей. Не в смысле реальной пользы. Люди отдыхали, приходили на наш концерт, ждали чего-то интересного. Мы по мере сил это давали им. А вы чувствуете, ощущаете власть вашу над ними? Ну, вы понимаете, любой артист на сцене должен иметь власть над публикой, иначе он не артист. Это законы ремесла и от этого. Понятно, но как вот вы же можете им манипулировать как угодно. Нет, я стараюсь этого не делать, потому что нашими людьми уже достаточно манипулируют и я. В жизни я один из них, не отделяю себя. А на сцене я артист и делаю свое дело и... Все, а влияние на умы, оно не в лозунгах, оно в чем-то другом. Так, кстати, вот сегодня мы разговаривали с этими... Люди видят, что это честно, и слава богу. Мы вот разговаривали с одними из этих ребят, они как раз говорили, что артисты работают сами для себя, прежде всего. Вот вы для себя или же все-таки для них? Вообще артисты работают и не для себя, и не для публики, они работают. Почему-то так. Они живут так. Это их жизнь. И когда на сцену выходишь, то просто открывается дверь в какую-то другую жизнь. И все. Для меня это так. И для меня это... Я не воспринимаю это как работу какую-то. Это, вы понимаете, я считаю, что любой человек, артист,
тем более, должен в первую очередь серьезно относиться к жизни, а к своей работе нет. Это все игра, и игра такая интересная, веселая, но не более того. Вот. А вот к жизни надо как по-человечески относиться серьезно, а в работу надо играть. У нас вот это типично советское такое представление, что в жизни ладно, а вот на работе будь любезен. Наоборот все, на самом деле. Thank you.
скорее. Могу, могу, Люся, не то что тогда. Тогда я был очень пьян, понимаешь, ну-ну. За все!